На встречу приехали уполномоченные по правам ребенка из 9 регионов Северо-Запада, а также с Приморского края, Республики Бурятия и Свердловской области. Самое главное, мы познакомились друг с другом и поняли, что мы во многих вопросах одинаково мыслим, в общем-то, стремимся друг к другу и, самое главное, желаем работать друг с другом. Совещание прошло в рамках Координационного совета уполномоченных по правам ребенка в Северо-Западном федеральном округе. В нем приняли участие губернатор Архангельской области и митрополит Архангельский и Холмогорский. В нашем регионе сложилась хорошая система взаимоотношений органов власти, уполномоченного по правам ребенка, служб, занимающихся проблемами семьи и детства, и церкви, подчеркнул Игорь Орлов. Через внимание к ребенку, через внимание к воспитанию, через к его воспитанию, через преподавание, преподнесение ему тех исторических задач, решений, которые перед нами стоят, мы, конечно же, должны воспитывать, кроме всего прочего, и патриота. Поэтому я очень рассчитываю, что это тоже будет предметом ваших обсуждений. По оценкам экспертов, сегодня не менее 70% проблем, которые испытывают подростки, связаны с их семьями. Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил отметил, что большую роль в сохранении семейных ценностей, гармоничном воспитании детей играет следование тем духовным и культурным традициям, которые заложены в обществе. Яркий пример – Республики Северного Кавказа. Сегодня в Чечне настолько сильны семейные устои, что социального сиротства и детских домов там нет. Участники совещания обменялись опытом, рассмотрели лучшие практики сотрудничества с приемными семьями, трудными подростками. Выяснилось, что у многих уполномоченных по правам ребенка уже подписано соглашение о взаимодействии с Русской Православной Церковью. Сейчас встает вопрос о дальнейших шагах. Например, по таким направлениям, как реабилитация наркозависимых, создание приютов в монастырях, организация детских телефонов доверия на базе церковных приходов, создание детских православных миссий, проведение совместных конференций, конкурсов, антинаркотических акций, поддержка воинства. Мы знакомим представителей Русской Православной Церкви с нашими детскими учреждениями, где помощь особенно нужна, совместно с комиссией по вопросам организации церковной социальной деятельности и благотворительности межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Мы выезжали в детский дом-интернат для детей со множественными нарушениями в развитии номер 4 в Павловске. Там у нас есть отделение милосердия, где находятся очень тяжелые детки, которым нужна, в общем, помощь со всех сторон. Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Архангельской области Ольга Смирнова предложила сделать наш регион постоянной площадкой для обсуждения дальнейшего взаимодействия институтов власти, церкви и общества.